Челябинские сады стали территорией здоровья. Прямо в СНТ теперь можно проверить состояние организма. С помощью врачей узнать уровень сахара в крови, измерить давление, определить вес и рост. Это основные показатели, которые помогают выявить болезни на ранней стадии. Артур Ишпулатов продолжит. Постоянно поешь и убираешь, чтобы не было зарослей сорняка. На загородном участке Антонина Фартыгина проводит все лето. И периодически ее мучают традиционные проблемы садоводов. Скачет давление, кружится голова от того, что работать на участке приходится, согнувшись в три погибели. Отлучиться в больницу с любимой дачи Антонина не может, а потому летний сезон проходит без врачей. У врачей только зимой. К врачам хожу для профилактики в основном. Потому что уже возраст, и, как говорят, лучше предупредить болезнь, чем лечить. И таких садоводов много, поэтому депутат законодательного собрания Константин Толкачев вместе с Союзом садоводов организовал новый проект. Территории здоровья теперь станут садовые товарищества. Передвижные медкабинеты впервые разворачивают в крупных СНТ. Сегодня работают в садах Калющенко. Удачников проверяют уровень сахара в крови, замеряют давление, рост и вес. Я уверен, что они наберут большие обороты, и, конечно же, люди бесплатно захотят узнать о своем здоровье, и никуда не ходя, а выйдя лишь с садового участка. И я уверен, что эта акция будет и в этом году продолжаться, и в следующем году. Вопросом профилактики заболеваний и повышения продолжительности жизни жителей региона в областном парламенте уделяется особое внимание. Эти вопросы рассматриваются на профильных комитетах, а проект «Территория здоровья» – один из многих, которые реализуются депутатами в округах. По результатам данных измерений терапевт уже дает заключение, рекомендации человеку, поскольку это основные факторы, по которым можно уже определить, по крайней мере, предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, ну и, соответственно, напомнить пациенту, да, о важности контроля за этими показателями. Дачники инициативы депутата остались довольны и подарили врачам овощи со своего огорода и букет цветов. Так, это вам сюда. Спасибо. Так что, чтобы вы нас, как говорится, жалели, любили и уважали, и мы вас тоже будем. Спасибо вам доброго. Спасибо большое. Добавлю, что 3 августа врачи приедут в СНТ «Металлург». Проверить здоровье можно будет с 9 утра. Артур Ишпулатов, Евгений Чекалов, ОТВ.